Калужской области. И вошла она в состав... В Гатчине отметили День Российской Гвардии. 315 лет назад Петр Великий впервые присвоил почетное звание полкам, отличившимся в Северной войне. С тех пор лучшие воинские подразделения нарекают гвардейскими. В дореволюционной Гатчине в разные периоды истории располагались два из них. Героями праздника в этот день стали военнослужащие гвардейской части Федеральной службы охраны. Гатчинцы попросту называют ее «красные казармы» по цвету исторических зданий в самом центре города. Гвардейским подразделение стало в 1944 году после участия в операции по взятию Кёнигсберга. Славные традиции продолжают современники. Я считаю, что мы заметную роль принимаем в жизни города, района, в военно-патриотическом воспитании, в школах приходим. Проводим занятия, проводим беседы, значит, экскурсии проводим на территории нашей части. Приглашаем их на торжественные мероприятия, военные присяги, День части. Ни один городской или районный праздник не обходится без участия духового оркестра части. Гатчинцы не без гордости утверждают, что это один из лучших военных музыкальных коллективов в Западном округе. Награды и поощрения по случаю праздника офицеры получали из рук командира части, руководителей города и района. И каждый, кто поднимался на сцену в этот день, отмечал, что высокое звание гвардейца – не пустой звук. Мне кажется, любому человеку, тем более солдату, раз ты попал в гвардейскую часть, ты должен быть лучше. Хочешь ты этого, не хочешь, но ты должен быть лучше. И это, кажется, самый основной стимул для любого человека. Ты гвардеец, ты должен быть лучше. Празднование Дня Российской Гвардии становится в Гатчине доброй традицией. И вполне возможно, что следующую круглую дату здесь отметят с размахом на Центральной площади.